Гражданин Франции, лидер экстремистской группировки Марк Декакере Вальменир, прибывший на оккупированные территории Азербайджана во время Второй Карабахской войны для участия в террористической деятельности, как наемник с армянской стороны, приговорен к 1 году лишения свободы. Об этом сообщает репорт со ссылкой на французскую прессу. Декакере Вальменир, которому запретили участвовать в декабрьском митинге крайне правого кандидата в президенты Эрика Земура, был задержан, а затем арестован за участие в акции 15 января. Это не первый арест экстремиста. В декабре 2018 года он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за насилие во время демонстрации желтых жилетов, а также к 10 месяцам за нападение на бар. Напомним, в октябре 2020 года Марк Декакере Вальменир на своей странице в Инстаграм опубликовал свою фотографию в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его груди были 2 нашивки – армянский флаг и череп, который использовался некоторыми подразделениями СС. Фото подписано «Направление фронт». Он также заявлял о своем желании создать бригаду иностранных волонтеров в сотрудничестве с армянами.